Остроконечный утес будет очищен. Очистим царство безумия! Ты умрешь, мерзость! Эй, Тамас! Мы должны найти Дайлу. Мы одни остались. Остальные уничтожены порядком. Как такое могло случиться? Знаю, мы только мужчины, но мы к твоим услугам. Можем мы помочь тебе в бою? Как прикажешь. Конечный утес будет очищен. Мы должны найти Дайлору. Остроконечный утес.
Благодарю за мое освобождение, но... Просто скажи, кто ты? Твоя светлость, прости. Где Сил? Ты видел ее? Трусливо и вероломно. Сил — змея. Она появилась, попросила отряд стражей, сказала, что во дворце беспорядки, и мы нужны. Мы были так заняты ее заданием, что слишком поздно поняли, что происходит. Сил впустила войска порядка. Мы были разделены и захвачены врасплох. Но сейчас это не имеет значения. Единственное, что имеет значение — источник. Мы немедля должны до него добраться. Источник Маскин. Это то, что связывает нас с этим царством. То место, куда мы возвращаемся из вод Обливиона. Если Сил поможет порядку разорвать эту связь, мы будем уничтожены. Царство будет потеряно для нас. Мы должны добраться до Источника и остановить их. Веди, я за тобой. Источник — это сердце Остроконечного Утеса. Следуй за водами, чтобы добраться туда. Я в твоем распоряжении, твоя светлость. Воды Обливиона ведут нас к Источнику. Лорд Шагарат дал нам возможность вернуться к нему на службу. Мы должны вытеснить порядок из нашего дома. Нет! Источник! Они заморозили его. Ты... Тебе нужно поспешить к Источнику и сделать так, чтобы воды потекли вновь. Ah!
Источник восстановлен. Тебе обязаны мы своим спасением. Мы будем вовек благодарны твоей светлости. Прошу тебя, позволь мне научить тебя заклинанию, с помощью которого ты сможешь вызывать нас во времена нужды. Прими также в подарок эти доспехи. Это самое меньшее, что я могу сделать в знак благодарности. Она исчезла. Мы постараемся выследить ее и доставить к лорду Шагарату, дабы он мог покарать ее. Предательница должна быть наказана. Наши воины обыщут все залы Остроконечного Утеса, уничтожая последних оставшихся врагов. Затем мы немедля вернемся к исполнению своих обязанностей. Хорошо. Нет сомнений, лорд Шагарат будет рад услышать о твоей победе. Да пребудет с тобой благословение, гражданин. Thank you.
Время. Время — это искусственная конструкция. Условная система, основанная на идее, что возникновение событий происходит всегда в одном направлении. Всегда вперед, но никогда назад. Верна ли концепция времени? Существенно ли время? Неважно. Так или иначе, боюсь, наше время подходит к концу. Как я и боялся, мой план провалился. Серый марш надвинулся на нас, и я должен уходить. Я думал, у нас больше времени. Я думал, есть шанс. Мой план провалился, а мы были так близко. Происходит то, что происходит всегда. И всегда будет происходить. Я распадаюсь. Я исчезаю. Царство умирает. Ты вместе с ним. Беги, пока можешь, смертное существо. Когда мы встретимся в следующий раз, я не узнаю тебя и сражу, как и всех прочих. Оптимизм. Как это восхитительно. Мне нравится это. Даже в приближении конца ты заставляешь меня смеяться. Я лгу. Это совсем не смешно. Неважно. Скоро ты и все прочие будете мертвы, а мне будет суждено остаться безумным богом. Правителем мертвого царства. Опять. Я намеревался дать тебе мой посох, символ моей власти, но жизнь покинула его, как покидает меня. Теперь это мертвое дерево, бесполезная палка. Пока был посох, была надежда, но теперь надежда мертва. Я мертв. Царство... Царство мертво. Шугарат. Мертв. Все рассыплется в прах перед Джигалагом. Он ушел, но надежда не потеряна. У нас есть редчайшая возможность, а я медлю сделать то, что должно быть сделано. Если трон безумия будет пустовать, когда Джигалак начнет штурм дворца, мы проиграли. Но есть шанс, что трон не будет пустовать. Ты будешь сидеть на троне. В намерении Шагарата всегда входило сделать тебя новым безумным богом. Верно, но, возможно, тебе удастся воссесть на трон, если в руках у тебя будет соответствующий символ власти, а именно посох Шагарата. К сожалению, когда Шагарат исчез, сила посоха истаяла вместе с ним. Его нужно создать заново. Посох — символ власти в этом царстве. Тот, кто по праву владеет посохом, может взойти на престол дрожащих островов. Однако секреты его создания утеряны. То, что потеряно, может быть обретено вновь. На дрожащих островах есть одно существо, которое может помочь тебе в создании нового посоха. Руины ножевой норы однажды были великой библиотекой. Там ты увидишь дверь, а за той дверью найдешь ответ, который ищешь. Хотя некоторые сомнения в правильности этого пути у меня есть. Тайны прошлого могут принести пользу Джигалагу,
но, боюсь, у нас нет иного выхода. Вдумчиво оценивай то, что найдешь там. Библиотека — порождение порядка, таковой и остается. Возьми этот кристалл, он откроет запечатанную дверь. Внутри ты найдешь то, что осталось от библиотеки. Если б мы только могли чаще встречаться. Сайлар, наконец, наш. Благодарю. Я ждал твою светлость. События этого дня, как и дней до и после него, известны мне. Для Диуса Меферийского не бывает неожиданностей. Шагарат пал, а ты ищешь способы расстроить планы принца порядка. Ты желаешь сесть на трон безумия. Однако никакой смертный не может сесть на сей трон без посоха. Итак, ты тут, в моей тюрьме. И ты желаешь сместить того, кто меня здесь запер. Если ты хочешь занять место Шеогарата, задавай свои вопросы. Я могу создать физическую оболочку посоха, но придется еще найти способ напитать его божественной эссенцией. Но обожествление не относится к числу простых материй. И создание посоха — работа непростая. Для ее выполнения мне нужны два сакральных предмета. Дрожащие острова хранят много секретов, но мало какие из них остались скрытыми от глаз смертных. Посох — инструмент великого прозрения, потому-то для него требуется глаз того, кто был очевидцем одного из этих скрытых событий. Ищи Сирту в стонущих чертогах мании. Принеси ее глаз, видевший то, что другие не видели. Деревья этого царства питаются из глубинных водоемов безумия и таинств. Одно из самых старых деревьев, называемое Древом Образов, растет в залах Мелькара. Мелькар — это средоточие упадка, корней и мании. Иди туда и принеси мне ветвь этого дерева, но предупреждаю, дерево не раскроет свои секреты тем, кто не заслуживает. Да, только так я смогу создать подходящий сосуд, чтобы вместить силу, присущую повелителю этого царства. Посох может позволить тебе занять трон безумия, но учти, никто никогда не делал такой попытки. Все указывает на то,
что у тебя ничего не получится. Это абсолютно точно. Однако также я могу предсказать, что это не заставит тебя отступиться. Посох Шеогарата хранит секреты этого царства. Следовательно, для него требуется сосуд, бывший очевидцем темных тайн. Сирта видела своими глазами то, что не видели другие смертные. Посему ее глаз послужит, дабы держать в себе то, что обязан хранить посох. Корни древа образов уходят к самому сердцу дрожащих островов. Говорят, древо питается водами рощи отражений. Роща может показать истинную сущность человека. Только после того, как ты встретишься с истиной лицом к лицу, древо образов даст тебе свои ветви. Но живая нора — моя тюрьма. Некогда здесь была великая библиотека, содержавшая все знания мира. Однако воздержись от пустых слов. Мое заключение — столь же бессмысленная тема, что и мое бессмертие. Время и место ничего не значат. Конструкции, придуманные слабым умом смертных в попытке категоризировать мир и понять его. Редкие счастливцы могут понять и принять это. Однако ты не входишь в их число, и тебе это не суждено. Мой гость ожидал найти книгу? Древний том, содержащий тайные сведения, что ты ищешь? Но вместо того ты видишь меня. Это все, что сохранилось. Индивидуальность есть иллюзия. Детали моей истории не более интересны, чем повествование о судьбе камня. Хорошо, если ты настаиваешь. Однажды я служил хранителем великой библиотеки Джигалага. Великая библиотека содержала сокровища логики и дедукции. В ее стенах хранились основанные на логике предсказания всех действий, всех существ, и смертных, и Дейдра. Каждое рождение, каждая смерть, воцарение Тайбера Септима, Немидиум, все предсказано было формулами, что хранились в библиотеке Джигалага. Когда Шеогарат обнаружил библиотеку, то сжег ее, объявив кощунством и провозгласив, что свобода личности не поддается логическому предсказанию. Я и есть все, что осталось от знаний, заключенных некогда в великой библиотеке Джигалага. В конце каждого цикла, после Серого Марша, Шеогарат выметал или истреблял все проявления порядка, найденные им на дрожащих островах. Я один выжил. Шеогарат не может позволить себе уничтожить знания, которым я владею. Вместо этого он заточил меня здесь и запретил умирать. Я не видел никого, пока судьба, как и было предсказано, не послала тебя ко мне. Как пожелаешь.
это ветер. Ничтожество! Что это? Даже краб зарычал. Это твоя последняя ошибка в жизни.